Мы же хотим с вами быть модными этой осенью, когда в нашем гардеробе обязательно должны появиться шорты. Но не спешите бежать в магазин с большой суммой денег. Мы сэкономим, потому что у меня в гостях Рома Медный, и он научит, как из старых брюк сделать модные осенние шорты. Легким движением руки брюки превращаются в элегантные шорты. Здравствуйте. Привет. Начать хотелось бы с брюк, которые вышли из моды сейчас. Это современная вариация на тему знакомых с 80-х годов бананов. С тремя защипами, широкие вверху брюки, которые резко сужаются вниз. А в этом сезоне они снова вернулись в моду, но ненадолго. Сейчас уже очевидно, что на следующее лето мы их носить не будем. И казалось бы, захотелось бы брюки выкинуть, но нет, можно модные шорты сделать. Да, да. Форма сама по себе очень хорошая, потому что она замечательно подчеркивает округлость женских бедер. У меня здесь есть эскизы, на которых мы, собственно, изобразим, как должны на фигуре выглядеть шорты с округлым верхом, с защипами, которые подчеркивают бедра. Ну, у тебя такие там стройные девушки нарисованы. Конечно, эти силуэты трудно испортить какими-либо шортами. Я имею в виду, можно ли полненьким таким девушкам да, шорты носить? Да, при весе до 100 килограмм. Вот именно такой формы шорты можно носить. Отлично. Потому что этот объем ткани, который образуется за счет защипов, он замечательно оформляет все объемы. Они не выглядят перетянутыми, при этом довольно женственно. Вот у нас шорты средней посадки. Средняя посадка это у нас до вот этих вот косточек боковых. А затем у нас мягкая круглая форма, которая в случае с такими вот бананами обычно уходит в резкое сужение вниз. И если мы начинаем резать такие шорты, минимальная допустимая длина, самая низкая, это у нас середина икры. Нужно учитывать такой момент. Если вы такого типа брюки обрежете до середины икры, у вас сверху получится чересчур большая давлеющая масса, которая сделает ноги визуально короткими. Поэтому длина середины икры недопустима. Затем мы начинаем понемножечку подниматься вверх и смотрим на рельеф, как эти брюки сужаются. То есть видите, здесь как бы овал в крое изначально заложен. И видим, что у нас сужение приходится где-то чуть ниже колена. Если у вас икра довольно рельефная, и при этом ноги без искривлений, то это абсолютно ваша длина. То есть в этом случае ножка будет снизу кругленькая, и сверху будут округлые бедра. Очень женственно. Мило, да. Да. Если же у вас есть небольшие искривления, либо ноги сходятся в коленях, либо наоборот, клешни видно, расходятся, эта длина вам не подойдет, потому что она подчеркнет недостатки. Продолжаем подниматься выше. Длина до колена. Это самая проблемная длина. Если у вас есть хоть какие-то недостатки на ногах, ножки полноваты, либо недостаточно рельефные, то длина до середины коленной чашечки только их подчеркнет. Поэтому мы ее сразу быстро проскакиваем. И смотрим, можно ли подняться выше. Чуть выше колена, с внутренней стороны бедра, начинается очень массивная мышца, которая развита, как правило, у женщин. Ну да, так я вообще не пойму. Если колени проблемные, и мы их проскакиваем, зачем же мы их открываем? Иногда, открывая что-то очень грамотно, можно многие недостатки скрыть. Ничего себе! Мы поднимаемся чуть выше колена, и крайне важно, если у вас ноги немного искривлены, ваша идеальная длина – это чуть выше коленной чашечки, но при этом не открывая основание этой мышцы. Потому что если вы открыли основание этой мышцы, ноги визуально сходятся иксом всегда. Поэтому увидели, что получилась гармоничная длина. А если не получилось, рискнем тогда, поднимемся еще чуть-чуть да выше. Что? Да, но уже на 5-7 сантиметров от основания этой мышцы, которая находится на внутренней стороне бедра, чтобы ее открыть, чтобы показать ее рельеф. Тогда... Но пока вот это хорошая длина, да? А каждая из этих длин в той или иной степени хорошая, просто кому-то, может быть, подошла бы и та, которая чуть ниже колена, но хочется всегда чуть покороче. А, это же шорты. Да, да. Давай вот красным прям маркером отметим вот эту да. неплохую длину. А неплохая длина у нас находится чуть ниже колена и полностью открывает у нас икроножную мышцу. И следующая у нас удачная длина на 5-7 сантиметров выше основания мышцы, находящейся на внутренней стороне бедра. Мы ее тоже отметим красным маркером. Целая наука. Да. Но зато мы сделаем модные шорты из старых брюк. Да. И плюс еще учитываем форму брюк. Их, когда разворачиваете, вы прям видите вписанный в них эллипс, который у нас заканчивается чуть выше колена. И думаю, что мы рискнем, вот так отмечаем
эту длину, получается по краю замечательная округлость. А если вы опустите чуть-чуть ниже, то шорты будут выглядеть немного куца. Мы берем их и обрезаем. О, самый ответственный момент. Вот хочешь так... поучаствовать? Конечно, хочу. Я же помню, что 7 раз отмерь, один раз отрежь. Да. Ты 7 раз отмерил, что мне один раз не отрезать? Нужно понимать, что если на шортах присутствует большое количество элементов декора, то есть есть защипы, есть оторочка на карманах, то просто гладенький низ будет выглядеть инородно. Здесь обязательно нужно добавить манжет. Но специфика этих шорт в том, что они закруглены, и за счет этого, если мы просто отвернем, либо да, подвернем ткань, она соберет ткань в сборке. Поэтому мы из отрезанной части отдельно вырезаем плашечку, делаем из нее манжет и пришиваем ее, собственно, поверх этих шорт. И ты это сделал? Я это уже сделал. И мы сейчас увидим. Да, у нас есть уже готовый результат. Идемте к нам, пожалуйста. Ой, как элегантно и хорошо. Очень идет девушке. Да, бедра выглядят округлыми, ноги открыты максимально, но при этом скрыто то, что ножка у нас недостаточно рельефна сзади. То есть это тот случай, вот если бы мы взяли длину ниже колена, ножка бы у нас выглядела как столбик. В данном случае мы поднялись чуть выше, и ноги смотрятся очень хорошо. Великолепно. Спасибо. Спасибо. Есть еще варианты? Мы говорили о брюках, которые вышли из моды. Другой вариант – это у нас классика, которая уже вот тут вот. Не говори, скучно просто. Да, да. Иногда бывают брюки, вроде бы и неплохие, вроде бы еще и не сносились, но надоели до безумия просто. Хочется как-то их обновить. Здесь у нас абсолютно прямые брюки, классические, с намеченной стрелкой. Что мы можем сделать из них? Если у нас речь идет о прямых брюках со средней посадкой, мы обрезаем их до того места, где они сидят максимально плотно. Обычно брюки плотно сидят до середины бедра, и если мы обрежем их чуть ниже, получится, что они сидят плотно, а потом как-то телепаются. Да, да. А как распределяется длина выше колена? Мы либо на 7 сантиметров открываем мышцу, которая у нас находится на внутренней стороне бедра, либо следующая зона – это у нас пик бедра, так называемый, самое широкое место ноги. Такая длина у нас визуально ножки немножечко укорачивает и бедра визуально немножко расширяет. То есть вы можете ее себе позволить, если у вас узкие бедра и вы хотите сделать их визуально шире. Если же наоборот, у вас бедра довольно-таки оформлены, вы должны эту длину пройти на 4-5 сантиметров вверх. То есть открыть? Открыть. Ничего себе. Да. И если вы хотите, чтобы эти шорты выглядели более кокетливо и при этом визуально немножечко сужали ваши бедра, необходимо добавить манжет на них. Но манжет должен быть довольно-таки узким, не больше 2 сантиметров, потому что широкий манжет ноги только визуально расширит. Вот что у нас было. Скучные офисные прямые брюки со стрелками. И вот что мы получили из них. Ой-ой-ой, какая модная девчонка. А вот, собственно, так у нас выглядели брюки, и таким мы получили из них шорты. Я попрошу вас повернуться. Совершенно одна вещь, а результат образ. Совершенно разный. Спасибо. Спасибо. Вы великолепны. Третий продолжаем вариант. Дальше. Это у нас наши любимые узкие брюки. Недостаток узких брюк в том, что очень часто у них вытираются коленки. Такие брючки эффектнее всего смотрятся тогда, когда их обрезают чуть ниже колена. Мы уже обсудили, что мы не обрезаем по пику икры, по самому рельефному месту. Мы всегда пик икры открываем и при этом стараемся обрезать их так, чтобы рельеф ноги был максимально открыт. Если у вас недостаточно развитая икра, вы таким образом делаете ноги более женственными. И при этом, если мы добавляем тоненький манжет, брюки могут смотреться немного незавершенно. Манжет должен быть довольно-таки широким. О, здесь другое дело, да? Да, здесь другое дело. Тогда ножки визуально будут уже, манжет может частично закрыть коленку и тоже ее скрыть. Сейчас мы увидим, как из вот этих вот узких брюк, которые изначально уже были с манжетиком маленьким, но они были довольно-таки длинные, получились замечательные стильные шорты с широким манжетом. И это третий вариант шорт, который мы можем соорудить из старых брюк. Идите к нам, элегантная девушка. Очень хорошо. Ну, понятно, что наши модели с великолепными фигурами, но видно, что и шорты очень-очень украшают. Да, да. Как раз вот этот манжет, частично закрывающий коленную чашечку, делает ее меньше. Длина, полностью открывающая икру, делает икру визуально более рельефной. Отлично. Спасибо. И есть четвертый вариант. Четвертый вариант – это у нас
Брюки в спортивном стиле, как говорят некоторые. Бывает. Очень практично, потому что они немножечко эластичны, в них удобно, стрелки в них не заглажены, а застрочены, таким образом они всегда сохраняют форму. Плюс еще здесь добавлены элементы, которые у нас красиво оформляют бедра. В чем проблема таких брюк? Опять же, у них вытираются колени, поэтому их нужно обрезать всегда чуть выше колена. На эластичных тканях, похожих на джинсовую ткань, сделать манжет не очень красиво, не очень убедительно. Крайне редко такие ткани эффектно сочетаются с манжетом, если это не классическая джинса. Так. Поэтому здесь для того, чтобы край не смотрелся инородно, нужно применить либо четко оформленный шов, либо манжетик, но совсем-совсем тоненьким. При этом, как мы говорили, у нас длина выше колена, а мы уже учли, что у нас выше колена здесь проблемная зона, основание мышцы, которая находится на внутренней части бедра. И помните, что мы делали для того, чтобы визуально сузить бедра? Чтобы визуально сузить бедра, мы делали узкий манжет. Да, и здесь мы применим тот же эффект. О, кое-чему уже научились, да. Правда? Плотно сидящие брюки в стиле casual мы обрезаем выше колена. И для того, чтобы скрыть вот это проблемное место, мы применяем либо тоненький манжет, либо мы делаем шов более выраженный, вынесенный. И смотрим на результат. И снова брюки превращаются в шорты. По-моему, отлично получилось. Да. Здесь у нас выделен четко шов, но при этом, если мы их подвернем, мы увидим, что тоненький манжет проблемную зону вот эту визуально скрывает. И вот, собственно, были такие бесформенные брюки в стиле casual, у которых вытерлись колени, и мы из них сделали эффектные, хорошо сидящие шорты. Спасибо. Прекрасный результат. Давай подведем итоги, потому что я чувствую, что каждая женщина, которая сейчас это видит, захочет иметь вот такие шорты и старый брюк. Итак, универсальные моменты, которые мы должны учитывать. Первое. Определяемся с длиной. Не обрезаем шорты по середине икры. Тогда ноги будут выглядеть как столбики. Поднимаемся так, чтобы открыть максимально икру. Если у нас широкое колено, мы применяем широкий манжет, который частично это колено закрывает и делает его визуально уже. Затем, открыв колено по длине, мы приходим к проблемной зоне основания мышцы, находящейся на внутренней стороне бедра. Если ее никак не оформить, то ноги тогда станут X-образными визуально, даже если они прямые. В этом случае нужно либо применить выраженный шов, либо применить тоненький-тоненький манжетик. Старайтесь обрезать шорты таким образом, чтобы они заканчивались на максимально обтягивающей части. Вот такие моменты, которые мы должны учитывать.